дядюшка Черника. Это домик тыквы, дядюшка Черника. Присмотрите, пожалуйста, за ним. А то этот сеньор Помидор хочет отнять его у тыквы. Пожалуйста. Вы же всегда хорошо относились к старику. И даже однажды спасли его от смерти. Помните, когда ему за шиворот забралась гусеница? Помогите ему и теперь. Ну ладно. Но смотрите, никому не рассказывайте, где вы его спрятали. Спасибо, старина. Где дом? Я тебя спрашиваю. Тебе приказали его стеречь. Негодное животное. Шляпа ты, а не пес. Фу! Кто же все-таки его похитил? Кто? Ваше сиятельство! Что с вами, Помидор? Пардон, но в районе замка орудует шайка разбойников. Спокойно, похищено ценное имущество. Это ужасно! Дам, держите себя в руках. Не в духе сегодня. Обе будут неприятности. Ничего, кактус, я привык. Ну где ты пропадаешь? Учи уроки, лентяй, молчать. Положи книгу обратно, уйди наизусть. Тупица, тупица, тупица. Носить оружие, отобрать. Шифрованная записка, отобрать. Странно. Крыть
кратчайшее расстояние от одной точки до другой. Есть прямая. Правильно! Правильно! А мы вас знаем. Вы граф Вишенка? Да. А как вас зовут? Редиска. А я Чиполлино. А я вас тоже слышал. От кого же это? От сеньора Помидора. Он вас так бронил, что я сразу подумал, что вы замечательный мальчик. Ну вот и хорошо. Вишенка, ты хороший мальчик. Понимаешь, есть у меня к тебе очень важное дело. Нужно достать ключ. Ну, ключ от подвала. Понимаешь, там мои друзья. Что такое? Подозрительные звуки. Надо бы усилить охрану замка, ведь в подземелье сидит много арестованных. Как бы чего? Так. Сеньор граф! Помидор. От злости, говорят, витамины пропадают. Чиполлино! Чиполлино! Не трогайте Чиполлино! Это мой друг! Где редиска? Позовите редиску! Кажется, у него жар. Срочно позвать врача. Опять лишние расходы.